Жители улицы Драгунского говорят, что эту вышку установили около года назад. И до сих пор люди не могут понять, с какой целью. Жильцы беспокоятся за свое здоровье и здоровье своих детей и внуков. Неизвестно, для чего ее построили, вот, кому она относится, непонятно. Вот, и жильцы очень возмущаются. То, что якобы это самое, да, эта вышка, она какое-то излучение от нее исходит. И, возможно, тоже какие-то там это самое, могут быть проблемы со здоровьем и у детей, и у жильцов наших домов. Вышка, она не телевизионная, она вроде бы ФСБ. Она, видимо, пока не работает, но это будет такое значительное излучение. Наверное, не безвредное для здоровья жителей ближайшего дома. Руководство городской администрации уверено, по поводу вышки не стоит беспокоиться. Это всего лишь антенна телефонной связи и не должна представлять опасность для здоровья людей. Но замерить уровень излучения, видимо, стоит. Антенна мегафона, то есть телефон, то есть связь, мегафон, вы знаете, это чья связь? Мобильная связь. То есть здесь мы еще, я вот постараюсь, вот, обращаясь к своим жителям, скажу, что дополнительно еще сам еще эту работу проведу. Есть такая возможность проверить на предмет возможного излучения. Люди считают, что неплохо было бы перед какими-либо работами в жилых кварталах информировать о них население. Будем надеяться, что местные власти примут это во внимание. Оксана Федяшина, Евгений Корнилов, Солнечногорское телевидение, информационная программа «Наше время».